Нужен аппетитный и легкий десерт. Я покажу подробно, как приготовить клубнику с шоколадным муссом, от которой не смогут оторваться ни взрослые, ни детки. Если нравится идея, запоминайте рецепт. Ягодки для этого десерта нужно выбирать довольно тщательно. Они должны быть не слишком маленькими и устойчивыми, чтобы красиво смотрелись перед подачей. Мусс можно сделать и заранее, он отлично постоит в холодильнике несколько часов. Кроме того, вы всегда можете дополнить десерт тертым шоколадом или присыпать кокосовой стружкой, например. 1. Сливочное масло и шоколад растопите на водяной бане. Желтки соедините с сахаром и ванильным экстрактом. Можно добавить любимый ликер. Взбейте миксером до однородности и поставьте на водяную баню. Проварите, помешивая, до загустения. После снимите с огня и соедините с шоколадом. 1. Сливочное масло и шоколад растопите на водяной бане. Желтки соедините с сахаром и ванильным экстрактом. Можно добавить любимый ликер. Взбейте миксером до однородности и поставьте на водяную баню. Проварите, помешивая, до загустения. После снимите с огня и соедините с шоколадом. 3. Взбейте сливки до плотных пиков, добавьте в мисочку. 4. Клубнику вымойте, обсушите, сделайте небольшое отверстие. 5. Вот такие заготовки получились. 5. Вот такие заготовки получились. 6. Осталось только наполнить их муссом. Можно прямо с ложки, можно воспользоваться шприцем.